Всем привет! Вы на канале Интерфакт. В этом коротком видео я расскажу вам об одном амбициозном строительном проекте. Проект под названием Raffles City Chongqing можно смело отнести к новому инженерному достижению Китая. Эта страна уже успела удивить весь мир самым длинным мостом из стекла и вторым по высоте небоскребом. Очередное китайское чудо заключается в так называемом горизонтальном небоскребе, хотя по сути это огромный крытый мост, изогнутая конструкция которого поддерживается четырьмя башнями. Его длина составляет 300 метров, а находится он на высоте 250 метров. Чтобы завершить постройку комплекса, этот горизонтальный огромный небоскреб собирали из 7 отдельных сегментов, и из них 4 было собрано на крыше башен, а 3 соединительных на земле, после чего их подняли наверх. Конструкция внешне напоминает знаменитый отель Marina Bay Sands, расположенный в Сингапуре. Часть горизонтальной конструкции займут два бассейна, смотровая площадка, большой сад, рестораны и галереи. На оставшейся территории разместятся жилые и офисные помещения, а также торговый центр и большой ландшафтный участок. Для уменьшения энергопотребления на кондиционирование предусмотрены меры снижения поглощаемого тепла и эффективная оросительная система. Также большое внимание уделяется утилизации строительного мусора и использованию повторно переработанных материалов. Масштаб проекта внушающий. Общая площадь, на которой разместились все 8 башен, составляет 817 тысяч квадратных метров. Строительство комплекса началось в 2012 году, и на сегодняшний день реализация проекта уже почти завершена. В настоящее время ведутся работы по внешней и внутренней отделке. И на этом все. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До скорого!